Доброго времени суток, уважаемые любители спорта, а в частности хоккея. С вами Влад Полунин, краснознаменский голос ночной хоккейной лиги. И мы ведем наш репортаж с игры третьего тура. Встречаются команды хоккейный клуб «Энергия» Краснознаменск и хоккейный клуб «Архангельское» сельское поселение «Архангельское». Игра началась. На площадке традиционно первое звено. В атаке был Сергей Бегишев. В нападении Бегишев 20-й номер, Демарецкий 18-й, капитан команды Храпов 90-й. В защите Кананчук 44-й, Дубаков 77-й. И сразу смена. Шутов 72-й, Михайлов 75-й. В защите Улитин 17-й, Шаматов 73-й и Мурунов 58-й номер в нападении. В атаке наша команда. Бросок, первый бросок по воротам. Это Шаматов бросал. Вратарь оказался на месте. Откатывается назад хоккейный клуб «Энергия». И вновь наши ребята пытаются организовать атаку. Состоялись все игры второго тура. В частности, была очень интересная игра между командами «Ураган» и «Рубль». «Ураган» выиграл со счетом 4-1. И сейчас, на данную минуту, занимает первое место в нашей группе за счет разницы забитых пропущенных шайб. Но остальные команды сыграли пока только по две игры. Это наша третья игра, и расстановка таблицы может измениться. Атака нашей команды. Бросок по воротам, добивание, борьба на пятаке. Пока надежно играет голкипер команды «Архангельская». Смена состава. На площадке появляется наше третье звено. Лебедев 45-й номер, Булычев 85-й. Нападение Захаров 12-й, Шумский 37-й и Голанов 26-й. В воротах у нас сегодня Артем Алиев, номер 40-й. Сразу пошла атака на ворота Архангельского. Команда «Архангельская» обороняется. Наша команда пытается организовать атаку. К сожалению, теряем шайбу. Нападение «Архангельское». Будет бросок. Бросок по нашим воротам. Штанга спасает наши ворота. Но Артем Алиев реагировал на этот бросок. Можем начинать все сначала. Отличный перехват. В атаке Захаров. Перевод на Шумского. И вратарь Архангельского прижимает шайбу ко льду. Вбрасывание в зоне Архангельского. На площадке появляется первое звено. Бегишев, Демарецкий, Храпов, Кананчук и Дубаков. Выигрывают наши ребята вбрасывание. Дубаков. Бегишев борется в углу. Шайба за воротами. Перехват Демарецкого. Бросок. Отличный был бросок. Практически с пятака, но вратарь Архангельского на месте. Вновь вбрасывание соперников. Вбрасывание в зоне соперников. Перехват, бросок. Это бросал Храпов. Хороший был бросок, вратарь на месте. Пока надежно играет голкипер Архангельского. В
Выкатывается далеко из ворот вратаря Архангельского. Шайба переходит в нашу зону. Пока надежно играют наши защитники. Перевод вперед на Храпова. Вратарь выходит из ворот. Шайба в углу. Шайба Храпов. Перевод на Деморецкого. Была попытка вынести шайбу на пятачок. Перехват Храпова. Но надежно играют защитники Архангельского. И тут же организуют атаку. Практически сольный проход 10 номера. Наши ребята контролируют ситуацию на пятаке. Смена состава. Второе звено на площадке. Второе звено сегодня у нас практически в оптимальном своем лучшем составе, которым провела прошлый год. Улитин в углу. Перевод на пятак. Мурунов. Шаматов. Опять Мурунов. Бросок по воротам. Наброс был на пятак. В надежде, что Шаматов подставит клюшку. Атака продолжается. Мурунов. Бросок. Мимо ворот. Затяжная атака нашей команды. И прозевали, к сожалению, игрока Архангельского. Выход практически один в один был. Но, к сожалению, ничего опасного. Шайбу ловит Алиев. Вбрасывание в нашей зоне. На площадке появляется третье звено. Лебедев, Балучев, Захаров, Шумский и Голанов. Вбрасывание в нашей зоне. Шайба за воротами. По борту. Проходит шайба по борту. В атаке Захаров. Нужен срочный пас. Караулил Шумский на дальней штанге. Шайба до него, к сожалению, не дошла. Перехватили шайбу игроки Архангельского и организуют свою атаку. Была попытка набросить на пятачок. Надежно играют наши защитники. Опять шайба по борту. Шумский. Перевод шайбы. Захаров в атаке. Немножко не разобрались наши ребята. Вне игры. Третье звено на площадке. Шумский отвоевал шайбу. Вперед Захаров. Шумский, бросок. Захаров, будет бросок. Голанов с угла начинает атаку. Была попытка набросить шайбу на пятачок. Пока надежно играют защитники Архангельского. 9 минут прошло с начала первого периода. В основном шайбой владеет Энергия. Периодически контратаки проводит Архангельская. Вот сейчас была хорошая попытка. Но надежные вратари Архангельского, надежные защитники. Смена. На площадке появляется первое звено. Отличный перехват шайбы Храпова. Деморецкий устремляется в атаку. Храпов. Деморецкий. К сожалению, шайба слетает с крюка, застревает в коньках защитника Архангельского. И тут же пошла атака на наши ворота. Проходит за воротами игрок Архангельского. Наши ребята защищаются. Перехват шайбы. Отлично. Бегишев Сергей устремляется в атаку. К сожалению, шайба сошла с крюка. И вновь перехват Архангельска. Дальний бросок практически от синей линии. На месте Алиев. Вновь перехват. Игра как на качелях. Бегишев по борту. Вновь шайба Бегишева. Перевод на Храпова. Храпов. Будет бросок. Бросок. Добивание. Надежен вратарь пока Архангельского. Надежен. Не получается никак распечатать его ворота. Смена по ходу.
Второе звено на площадке. Дальний бросок был от синей линии игроков Архангельского. Перехват шайбы, попытки перехвата шайбы. Надежны наши защитники. В атаке Улитин. Бросок и вновь во вратаря. Давние соперники хоккейный клуб «Энергия» и «Архангельская встреча» всегда носят и носили принципиальный характер. Всегда «Архангельская» настраивалась наших ребят по-особенному. Но и наша команда всегда показывала характер. И вот сейчас опять был наброс на пятак. Шаматов пытался переправить шайбу в ворота. Вбрасывание в зоне Архангельского. Бросок во вратаря. Надежен пока голкипер Архангельского. Это у нас Кузнецов, 34 номер. Побежала команда Архангельская в атаку. Падают игроки. Лед скользкий. Пытается хоккейный клуб «Энергия» организовать вновь атаку на ворота Архангельского. Хороший проход Шутова был. Мурунов перехватывает шайбу. Шаматов. Надо возвращаться, возвращаться в защиту. 2 на 2 сейчас выскочили игроки Архангельского. Пытаются разыграть шайбу до Верного. Ушли в позиционную атаку. У нас в это время произошла смена состава. На площадке в атаке Захаров. Дальний бросок практически от синей линии. Захаров, Шумский, Голанов. И в защите Лебедев и Булычев. Ну что ж, вбрасывание в зоне хоккейного клуба «Архангельская». Выигрывает вбрасывание наша команда. И тут же следует бросок по воротам, который заблокирован. Побежала в атаку «Архангельская». Наша команда уходит в оборону, но и не забывает об атаке. Шайба по борту. Очень хороший проход. Будет передача. Перехват шайбы. Борьба у борта. Голанов борется. Вновь опять все начинается с защитников. Внезапно падает у нас Лебедев. Но Булычев надежен. Вратарь Архангельского выходит из ворот очень часто. Надо ловить его на этом. Только он упал. Нужен срочный пас на пятак. Но, к сожалению, это не получилось. Вперед на Булычева. Теряют шайбу наши ребята. И возможен выход один на один. Надежно играет Алиев. Молодец Артем. Спасает ситуацию. И тут же контратака нашей команды. Был проход Лебедева, и опять все меняется. Вновь бросок по нашим воротам, и вновь надежен наш вратарь. Да, вот так буквально за минуту команды скатались от одних ворот до других, и все это закончилось бросками. Очень динамично играют команды, очень бодро. И счет пока 0-0. Вновь вратарь Архангельского пытается начать атаку команды. На льду у нас первое звено. Шайба за нашими воротами. Перевод по борту. Перехват шайбы. И будет бросок.
перехват шайбы, бросок по нашим воротам. И, к сожалению, шайба побывала в сетке наших ворот. 1-0 впереди Архангельская. На 16-й минуте это произошло. Ну что ж, надо спасать ситуацию. Ничего страшного не случилось. Неприятно, конечно. На площадке второе звено. Шутов Михайлов в обороне, в атаке Улитин, Шаматов и Мурунов. Из-за ворот начинает атаку наша команда. Берет на Мурунова направо. Проход. Будет бросок. Шайба уходит с крюка. Перехватывает ее в кисть Архангельского. Следует длинный пас направо, но на месте наши защитники. И Шутов начинает атаку нашей команды из-за ворот. Шайба по борту. На пятаке. Нет никого на пятаке из нашей команды. Вновь перехват шайбы Архангельской. Выход 2 в 2. Бросок. Но на месте Артем Алиев. Шайба проходит выше ворот. Вновь перехват. Какая-то затяжная позиционная атака на наши ворота. В атаке заканчивает команда Архангельская первый период. Наша команда перехватывает шайбу. Очень долго находится на площадке второе звено. И вот есть возможность убежать в атаку. Улитин. Бросок. Подставлена клюшка. Шайба покидает пределы площадки. Состоится вбрасывание в зоне команды Архангельская. На льду появляется третье звено. Лебедев, Балычев, Захаров, Шумский и Голанов. Перехват шайбы нашей команды. Шайбы защитники. Хороший перевод на Шумского. Рядом Захаров. Бросок. Гол! 1-1. Отличный бросок. Ну что ж, вот... Командная игра всегда приводит к результату. 1-1 за практически полторы минуты до окончания первого периода. Ну что ж, тем интересней. Я напоминаю, что всегда противостояние двух команд носило принципиальный характер. И что подтверждается и в этот раз. В атаке Архангельская. Проход, и тут же отвечает Архангельская. Буквально несколько секунд. Что, судья не засчитывает шайбу? Мы же все видели, что практически попало в ворота. Ну что ж, судим виднее в данном случае. Счет остается 1-1. Конечно, из объективности странное решение. В атаке Сергей Бегишев. Хороший был проход. На пятаке дежурят Деморецкий и Храпов. Кананчук. Деморецкий пытался подправить шайбу. Шайба ходит за воротами команды Архангельская. В атаке команда Архангельская. Перехват шайбы нашими ребятами. Не получилось. Бросок был практически от синей линии. Мимо ворот прошла шайба. Второй звено на площадке. Бросок. Отличный был бросок. Но отлично стоит в воротах.